Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас в студии вот такой вот мини-принтер. Принтер с ручкой. Это называется цифровой фотопринтер DPP-FP65. И это и не струйный, это и не лазерный, это сублимационный принтер. Это когда пропускается какая-то фаза вещества, то есть из жидкого, из твердого. Ладно, не буду. Вот. Так, итак, у меня есть такой принтер. Значит, у него вот здесь вот такие картриджи должны быть. У меня нет ни одного, к сожалению, нету. И на eBay купить тоже проблематично, не нашел я. Принтеры продаются, да. Вот. И здесь должен быть ролик, то есть с одного переходит на другое, как фотопленка. Один крутится, другой раскручивается. И несколько цветов идет, один за другим. То есть и на одну фотографию он перематывает несколько цветов. Вот так. То есть достаточно расточительно расходуется. Да, даже если ты там у одного цвета, например, там совсем не будет, он все равно промотает все три цвета. То есть расход фотографий строго ограничен. Ну, не знаю, там 20 фотографий, может быть. Это я наугад, так что вот. Сейчас мы его разберем. Close up. Значит, вот у него красивый цветной дисплейчик тут есть. Надо попробовать посмотреть. Может быть, его можно заюзать. Значит, как я говорю, уже дырка для картриджей. Он умеет считывать различные карточки. USB он умеет еще USB хост. И подключается Ray. Вот, в принципе, все. Вот нажимать принтер, и он сейчас будет пищать. Принт. Нет. Ну ладно. Не будет, как не будет. Ну, наше все. Так, открутил я винтики. Ручка, не знаю, не будем цениться. Окей. И вот что мы имеем. Тут у нас карта с кнопками дисплея. На вот таком вот. Вот такой дисплейчик. Прикольненький. Я не знаю, можно ли его заюзать или очень сложно. Картридеры. Понимаю, драйвер дисплея. Вот сам. Так, ну, скорее всего, какой-то кастомный чип. Тут ничего так толком не написано. Попробую свет настроить. Так, это у нас вентилятор. Так, что же у нас тут? Ага. Похоже, он весь вниматься может. Yes. И вот мы имеем весь блок. Так, ну самое интересное тут. Значит, это у нас один шаговый моторчик.
Вот этот маленький второй. Это он, вот это, как у магнитофона, как для кассеты. То есть сюда накручивается. Так, а чем он печатает? Ага, вот здесь кабель идет. Ну, сейчас откручу. Вторая сторона. Тут у нас просто датчики какие-то. Здесь у нас нагревательный элемент, я так понимаю, который печатает. Ну, как термопринтер. Ничего интересного. Так. Вот я его собрал в таком полурабочем состоянии. Значит, у меня есть вот такой клининг картридж. Я попробую нажать печать, например, и он пишет, что картридж должен быть для печати. Вот P от клининг надо убрать. То есть он как-то определяет, что этот картридж именно клининг. То есть надо смотреть, где у него какие датчики. Сейчас буду разбираться. Итак, я немножко увлекся, разбирая его. Но зато теперь все датчики, которые у него есть на бумагу, вынесены вот отдельно. Здесь, значит, здесь у нас есть датчик. Скорее всего, вот тут именно два, потому что нажимался только один, вот сюда, а второй не нажимался. Второй у полного картриджа. Здесь у нас, значит, два. Ну, а и здесь как оптический датчик. То есть это, наверное, на приближение бумаги. То есть, значит, здесь оптический, здесь кнопочки, здесь кнопочки и здесь оптический. Два оптических, два ряда кнопочек. Сейчас я это все дело включу. А, нет. Теперь надо еще подключить обратно экран. Вот здесь у нас был экран. Вот так. Подключаем экран. Закрываем. Закрываем. Так. Так, и включаем. Включаем. Так, ну да, кнопочка должна попасть, поэтому она вот здесь. Вот. Так, и у меня здесь была где-то в этом бардаке была флешка, которую я уже приготовил для демонстрации. Вот она. Значит, сюда подключается флешка. Попасть. Вот. Так. У нас фотография. Нажимаем print. Он говорит, что картридж не вставлен. Картридж это у нас вот эти. Нажимаем, говорим. Он говорит, тебе бумага не вставлена. Ну, теперь надо держать эти и эти. Так, нажимаем эти и эти. Нажимаем. Говорит, нету бумаги. А бумаги у нас, это, скорее всего, вот этот. Так, так, так. Нажимаем. И... зеленый говорит. И пошла печать.
говорит, что-то там не то. Что-то ты меня обманываешь, товарищ. Он говорит, выключай. Все, ничего не знаю, что-то ты там натворил. Все, выключили. Вот. Сейчас попробуем еще что-нибудь. Попробуем хотя бы со стороны моторочка поднимать, снимать дело. Так, надо место заменить.